сегодня утром мы идем на открытие спортивной площадки. Вот такое официальное открытие. Маме очень удобно прийти с детьми сюда, детей оставить на площадке, а самой пойти заниматься на тренажерах. Вот девочка повисла вниз головой. Хорошо, что тут песок. Спасибо. Конечно, есть некоторые пожелания такие, небольшие будут. Можно было бы, конечно, еще дополнительно сделать беговые дорожки. Почему? Чтобы именно современные. Это позволило бы спортсменам отделение биатлон, отделение палеотлона зимнего, летнего заниматься посезонно на этих дорожках. Потому что соревнования круглый год идут. Практически это, если говорить о лыжных гонках, в биатлоне, циклические виды спорта. Необходимо постоянно совершенствоваться, постоянно готовиться в осенне-летнем периоде. Поэтому дорожки бы, они бы очень, кстати, оказались бы. Можно было бы и тренироваться, готовиться, и просто любителям бега приходить и в свое удовольствие заниматься в свободное время. Я хочу сказать, что хоть что-то красивое сделали для нашего города. Мне понравилось это, красиво. Разговоров нет. И поэтому ты что, уезжаешь в Германию, да? Вырезать, удалить.